предметов, которых нет ни на одном отделении исполнительском, например, импровизация, подбор аккомпанемента, сочинение или лекторская практика, ну и так далее. Вот. И мне бы вот сейчас хотелось, хотя мы не исполнители, мы не выступаем на концертной эстраде, теоретики не выступают, но тем не менее мне приятно было бы сейчас представить номер, потому что выступать будет мой ученик по теоретическим предметам. Черкашин Павел, саксофон. Самое юное отделение музыкального училища, которое...